Парк имени десятилетия Ангарска в рамках марафона в БАМ стал местом проведения масштабной ночной велогонки «Молодой Луны». На трассу вышли более 100 человек. Им предстояло преодолеть два временных интервала на выбор – 60 и 90 минут. Как прошло одно из самых ожидаемых мероприятий для всех любителей зимнего экстрима, знают мои коллеги. Этим любителям зимнего экстрима не страшны морозы. На старт ночной велогонки «Молодой Луны» вышли около 100 истинных энтузиастов со всей области. Среди них и совсем юный спортсмен Илья. В своей возрастной категории дошкольник оказался единственным. Он покорил специальную дистанцию BAM Kids в 400 метров. По словам Ильи, преодолеть непростое испытание ему помогли постоянные занятия спортом и поддержка родителей. Ну, мне холод нипочем, мне тепло было. Все равно же педали крутите, согреваешься. А вот участникам основного марафона предстояло преодолеть два временных интервала на выбор – 60 и 90 минут. Как отмечают организаторы, они всегда придерживаются принципа преодолеть дистанцию и дойти до финиша – уже победа. В первую очередь над самим собой, поэтому каждого любителя велоспорта в конце ждали грамоты и сладкие подарки. Это очень компактное по времени, но можно сказать, что экстремальное мероприятие, потому что приходится двигаться в совершенный мороз. Благо, что сегодня температура немножечко повысилась. Все-таки 23 градуса, это не 30 и не 35, что было до этого. Местом проведения состязания уже традиционно стал парк десятилетия Ангарска. Перед мероприятием организаторы не раз проверили трассы на предмет проходимости. Все участники преодолели свои маршруты, еще раз доказав, что ничего невозможного не бывает. Андрей Иванов, Оксана Крикунова, Александр Черник. Местное время.